Ты гангстеры под хаус бить, совсем не свербит, наоборот, качать свистит, как чайник мой гус ушает. Блять, давай, сейчас. Давай Арине какой-то жесткий вопрос. Да, давай Арине. Бля, Арину жалко уже, если. Арине может... Да, нормально. Но она как будто... Давай, хорошо, давай Арине. Да, давай. Давай Арине. А давай так, смотри, был ли у тебя секс в общественном месте? Да. Где? Балдёж. Ладно, ты можешь рассказать? Окей, типа самое жёсткое в армии был. Чё, по кругу пошла? Со всей рукой! Со всей казармой! Нет! Мальчики, подходите, блядь! На раздаче, блядь! Полковник, подлетай! Бля... Нет, просто поддержала парня в армии. Бля, я ещё лопну, нахуй! Поддержала парня, типа, прийти... Поддержала одному парню, поддержала второго! Знакомого и рандомного просто. Просто вижу, что чего плохо пошла, отсосал. Я ж вас вспомнил, 9-й рот! Закопалась. Да вы завидуете просто. Короче. Мне ж, бля, воду выплюнул, чему? Мне никто не ебал в армии, да? Завидно, пизда, бля. Сейчас, дай вытру, я воду разлил. Я в армии. Слышь, челкиш, отдала. Отдала долг родине. Смотри, как это звучит. Армянин. Армянин, блядь. Не, ну Арин, зато честно, бля, вы понимаете, то, что, рота, зато блядь. Честно. Реально, молодец, Арин. Да. Поддержал, блядь, это вообще респект. Я просто к кенту приезжал, и максимум, блядь, яйца помял всем. Знаешь, еще нет, я только в ротик взял. А ты не только помял. Чел пишет, антиреклама, призыва нет. Призывы есть! Арину в казарму! Там, знаешь, типа, суббота это банный день в армии, а воскресенье это день, типа, посещения. Арина... Аринный день. Арин, попроси сейчас всех пацанов встать, чтобы стояк проверить. Да идите нахуй! Понимаете, это не состыковывается даже с предыдущими вопросами. Все, Вадим. Разъеби их, бля, Арин. Давай. Было ли была поза 69? 69. Да. Да. Все. Чат все спросили. Ты могла просто спросить у меня это. Я на такие вопросы уж отвечаю. Вот чисто меня. Чел пишет, слышь, посмотри на штаны аринянцы, камуфляж военный. С полковника стянуло. Блять, правила игры, да или нет? Вот нахуя я ответила? Да, я типа историю пилила, штаны надевала, у меня типа два подряд, типа, поняли? У меня сейчас так правда. Давай, да я легкая. Бля, пиздец охуенный, давай пацаны, легкая. В чате, бля, мужики, я вас реально люблю. Потом блядь. Давай ты тогда легкая. Бля, настолько охуенно. Ну я правда, я реально, я просто ну, пиздатый юмор, реально. Мне надо будет. Много я просто... времени я у вас не займу. Хочу лишь познакомить вас с реально годным сайтом, на котором я уже сделал более $500. Для начала я закину обратно свой нож, который, кстати, вывел с этого же сайта. Если что, можете посмотреть по прошлым роликам. Ну и сейчас я возьму какой-то покруче. А на оставшиеся деньги я поиграю еще. А сколько я набью или же проиграю, буду говорить в следующих роликах. Я знаю, что сколько вам не советую, у вас всегда будут сомнения. Но все же, те, кто решили проверить сайт, уже подняли скины и безумно благодарны. Поэтому ссылка, по которой ты получишь просто за регистрацию бонус на сайте, который сможешь либо вывести скинами, либо наоборот поднять скины и вывести еще больше. Поэтому вот такая халява для вас. А сайт реально годный. Всем удачи, но а я пошел фармить себе на перчатки. Действие. А, давай, Арина, давай действие. А, точно, Арина так действует, я не вопрос задаю. Нахуй я спрашиваю. Да. Смотри, Арина, берешь из кухни два яйца и пытаешься вот так руками разломать. Сдавить их.
все. В смысле, это возможно, я видел нарезках, блядь. Так делать. Это нереально, вы уверены? Я видел нарезки, как у пацанов, типа, яйца так взлетали нахуй. Не, смотря какие яйца, смотря какие яйца. Ну, большие, блядь. Ой, госпожа, извини, блядь. Ладно, ладно. Ну, яйца так. Арин, Арин, давай так, смотри, задание. Ты должна сейчас разобрать кресло. Ну нет. И до конца стрима стоит стоять. Ну ладно, тогда давай приседай 100 раз. Спорт, это жизнь! Спортсмены на месте. Сладкий пьешь, он сладкий. Пишут, пусть сядет на яйцо. Ну просто кладешь на пол, садишься жопой, медленно. Тогда на 2 яйца, чтобы... Чтобы яйцо вошло в жопу. Не-не, давай тогда, да, на каждую булку, типа... на каждую булку по яйцу и сесть. Да-да-да-да-да. Да, все грамотно, правильно, блин, так и надо, нахуй потом это вытирать. У Димана воняет до сих пор яйцами, причем моими, блядь, даже не колени. А ты можешь туда залезть и вынести мусор? Да? Да-да-да. И пакетиком можно закрыть. И теперь в гнездышко. Нет, можно... Стой! Прини спину, чтобы мы видели, как яйца лопаются, или мы увидим? Да. Да, вот так. Да, мы должны увидеть, чтобы как яйца взрываются. Да, согласен. Только тебе их повернуть надо. Ой, блядь, Арин. Давай. Ух, блядь. Что такое? Все наебнуло? Да. Я слышала врёт. Руст. Все? Все? Сраку покешь. Покажи. А вторую катилась вон. Добить нахуй. Добивай его. Жарю. Жестко. Жестко. Пролезла, что ли? Курочка яйцо обратно взяла. Ножки такие затряслись, слышишь? Курочка ряба. Курочка ряба, блядь. Ебать. Жестко. Басалась. Я, говорит, не сушка. Все, ребят, слышишь, у нас сейчас ускоренный темп начинается. Как только вы выбираете, кому вы задаете вопросы, это надо сделать быстро, дается 20 секунд на то, чтобы придумать. Завтра, ребята. Хорошо, давай, спасибо. Да, я дам. Ой-ой-ой. Бля, я и закажу сейчас тверк, бля. Сейчас у меня будет задание, я тебе я так понял, не против, блядь. На грязной жопой этой, блядь, похуярила, блядь. Чел пишет, у меня встал. Бля, почему это в такой интонации? А у меня встал. Сразу так смешно становится. Давай, Арин, ебашь. Че? А, да. Так, Арин, смотри, мы еще играем в ускоренном темпе. А, ты выбираешь человека, да, которого, типа, правда, выглядывает птенец, бля, слышишь, бля. И у тебя есть 20 секунд, чтобы придумать, ну, сказать либо правду, либо действие. Ликс, у тебя правда? Действие. У кого правда, Лидия? У кого правда? А, у меня правда. Можешь? Ликс, почему бы не согласиться, брат? Можешь правду, давай, я могу. Если мне, то мне похуй. Ну, типа, что попало? Не, давайте у Ликса. Можно вот Ликсу правду? Да. Все, я таймер засек. 20 Ликс. Секунд. Да. Фантазировал или дрочил ли ты на какой-нибудь стримершу? Неважно какую, на любую. Нет. С какой-нибудь. Пиздобол старый, блядь, господи. Ты а только вчера рассказывал, как ты Надину душил, блядь. Нахуй. Блядь, какой ты пиздобол, Дима. Я могу объяснить, почему. Не, я правда. Пизда, пиздуй его нахуй. Не, я могу Задание. Запиздёшь. Рассказываю, мне в шмотках не интересно дрочить, а стримерши, как правило, в шмотках. Вот и все. Я не могу. Ну не все, блядь. Ну фотки в Инстаграме, ты можешь там довизуализировать, дядь, если при желании-то. Бля, братан, ну мне кажется, надо это. Все стримерши. Давай, все, я делаю. Лея Горная. Не, ну фантазия. А почему фантазия? Мне для того, чтобы дрочить, мне не обязательно видеть человека. Я тоже на фантазиях ходили. Со стримершами типа не было такого, нет. Правда, это реально правда. И не надо меня под действие тут подтягивать. Я задаю теперь. Пиздобол. Давай. Вадя, правда или действие? Вадя, пускай, короче, злой ебанет на руку майонез и тебе пощечину даст. Ой, слушай, может быть он его полоскает вот так? Чего чисто так приплющит, блядь? Погладь вот так, слышишь? По щеке, размазать, знаешь, вот так. Взять за волосы, вот так, знаешь, как, знаешь?
Не, за волосы что, долбоёб? Нормально, нормально. Ты старая, бля, я тебя в рот выебу, нахуй. Я сказал, я тут при чём? Кто сказал? Слава сказал, хуйня, говорит, старая. Кто сказал? Слава сказал. Так как? Вот так, типа, размазать? Да, говорит, хуя старая. А чё так с волосами Гинцу хуярил майонез? Да, да что? Погладь его, братан, сделай ему приятно, слышь? А ты так много сделал? Лёгенькая, злой, не бойся. А, ты хочешь, чтобы посёчину? Давай. Не, пусть погладит, погладь, погладь, погладь. Полоскай его, братан. Сделай ему масочку. Ой, как хорошо. Чего случилось? Непереносимость майонеза, блядь. О, блядь. У меня походу майонез просроченный, дядь, был. Бля. Ебать, там майонез. Там походу майонез, блядь, что слышишь, блядь? Прошлого столетия, блядь, просто. Занихнул, тоже улетел, блядь. Надо принести. Какой жалобный. Ну что, полетели, Вать, выбирай 20 секунд. А можно вопрос, почему Наташа ушла? А давай сделаем так, что сейчас только действие можешь загадывать, последние 15 минут. Да, давай. Быстро, давай, все, я сейчас скажу об этом, что обрадую. Натах, смотри, Натах, такая новость, что мы играем сейчас последние 15 минут, и сейчас... Так, Натах, то есть госпожа. Ой, блядь, прошу прощения, госпожа, мое почтение, блядь. Мое величество, простите, пожалуйста. Ваше величество, я вам хотел сказать о том, что мы сейчас играем последние 15 минут, госпожа, и сейчас только действие. Правда, больше нет. Ну, пожестим чуть-чуть. Это хорошо. Ты мне только говоришь, да? Давай, сдавай. Нет, это всем. Только что он делал. Госпожа, давайте, сука! Крупу греть, кури, с похуй вообще! Коля, что-то, то, что можно бросить, и все. Эшелова! Нет, главное, что пойдет. Давай, только все прям, все. Да, и радуйся, просто радуйся. Смотри, Наташа, пошла, самое давай. Главное здесь, убери кресло, самое главное здесь, чтобы ты получал удовольствие, ты кричишь. И чтобы было видно твое лицо. Вау, я рада, я счастлива, я шлюха. Пусть лицо будет видно, или пусть оно вдалеке. Я шаверма. Не, ты шалава, блядь. Шлюха, шаболда, проститут. Прошмандовка, если хочешь. Прошмандовка, если да. Я буду говорить, ну, путана. Нет. Какая шаверма, шалава ты, блядь. Давай, да заебал ты жрать, сука! Пожалуйста, да что ты, блядь, как же она время тянет, господи. Я уламываю сейчас, типа, я говорю, что, типа, нет, я буду говорить, типа, шаверма. Понятно. Почему? Да, короче, давай, радуйся. Весело, да, блядь? Весело? Давай, побежала. Побежала, кругом, кровати, главное. Возьми наушники. Будешь переделывать. Я шлюха, ура! Я так довольна! Пиздец! Я шлюха, блядь! Я шлюха! Вадим долбоёб! Я шлюха! Бустер хуесос! Я шлюха! Это он, сука, хуесос ебаный! Я шлюха! Не-не-не-не! Задания такого не было! Такого задания не было! Она еще нас оскорбила! Госпожа, блядь, за языком следи! Сука, блядь. Всё? Так в смысле? Заново. Так, так. Не, не было такого. Собирай макароны и заново. Не было такого. И было в задании четко сказано, что тебе надо запрыгнуть на кровать еще. В конце. На кровати. Натах, ну как ты вообще без амбиций. Ты нас подзывала, ничего не сказала. Охуенно, разбросала макароны, бля, и вело на меня, блядь, бустер, вело, блядь. Балдежное задание, блядь. Меня два раза обозвала вообще. Я шлюха! О! Тихо! Побежала! Пиздец! Я шлюха, блядь! Вот это балдёжили! Я шлюха! Вот это заебись. Да, это хорошо. Всё, вот. Да, да. О, Натах, вот это добро, блин, да. Балдеж. Не, ну в смысле, можно было, мне кажется, так сразу выполнить. А мне кажется, очень хорошо. Да.
Прям сейчас вообще. У меня, блядь, все, вызывай клининг, сука. Просто такое чувство. Вызывай, Диман. Когда она первый раз выполняла, она, знаешь, как-то злобой. А сейчас нормально было. А сейчас вообще, ну, чувствую реально, я шлюха! Ну, это чудо просто, блядь. Просто радость бытия вот этого, бля, балдежного, бля, реально блаженство, бля. Смотри, последнее задание. Я вообще не впадал, да-да. Возьми повязку свою, вот эту сними. Извини, мне просто написали. Короче, нахаркай туда вот, типа Короче, на день, понял, так что, короче. А может, пусть он намажет майонезом? Не-не-не. Короче, нахаркай прям туда, прям повязку. Давай. И потом, короче, надень ее обратно и сиди так до конца игры, короче. Ты, сука, ебаная, блядь. Это мне задание придумали, это не я. Ты как с госпожой говоришь? Вот госпожа, ты... извини, блядь. Так, ладно. Ну, блядь. Какая кринжатина, пиздец. Бля, а Вадим, а я тебе еще поблажку сделал. Блядь! В смысле? Да. В смысле? Да все. Нормально, Натах? Я тебе сказала, да типа, ну просто скажи. Типа, Натах, нормалек? Нормально сделаешь, а ты, ну типа... Натах! Я тебя не душил. Да, блядь. Да. Только я тебя в чем душил? Надевай! Давай. Я тебе разрешил макароны. Ты взял макароны, типа. Нет, слушай, я вообще тебе говорил Несквик, который выбирал не знаю сколько времени. Ну, макароны легко будет убрать. Макароны, ну потому что Несквика нету. Ёбаный сырник. Я не душил тебя, типа. Ну как не душил? Все, идем дальше. Арнян, тверк. Нет, пацаны, это искусство, это танец, это танец. Не-не-не-не, мы до конца уже играем, пока Вадь не уходит, что значит не прошло. Я все ухожу. Не-не, сейчас дожди. Я смотрю, тверк последний, и все, я ухожу. Да, хорошо. Давай, труси. Не, еще потом Арин, потом еще Диман, загадаешь быстро одно желание по приколу? Диман тоже, просто он сухеньким из воды вышел. Диман вообще на тайминг, тайм-менеджмент. Да, быстренько уберешь его, давай быстрее, Арин. Пошла, блядь. Вчера себе нормально так. Бля, пиксельно. О, я зашел на стрим. Строго вот да пишет. Вот да. Бля. Да, она во вкус вошла. Она не забудет, что она стримит? Мне похуй, она сейчас раздеваться и пизду дрочить. Мне похуй, она сейчас раздеваться и пизду дрочить. Не, Арин. Арина. Да. А раньше было лучше, я так скажу. А раньше было дольше. Да, раньше было дольше. Раньше прям ты жопка так в камеру. Смотри. Это, мужики и девочки, давайте смотрите. Арин, остался один Диман непопущенный, давай на него весь холодильник все здесь, блядь, зальем. Давай яйца и муку сделаем из него пирожок. Сделаем из него пирожок, слышишь, блядь? Арин, ты тут, Арин? Да. Сейчас последнее задание, смотри, последнее задание у тебя. Сделай его Диман, он единственный непопущенный здесь сидит. И давай с ним сделаем пирожок, давай, пусть он разобьет, пусть он 10 яиц разобьет там голову и мукой посыпет сахаром. Глянь, Слава, глянь эту хуйню. Давай сливки, давай яйца, давай все, выбери продукты, Арине, пусть он это обмажется ими весь. Смотри, купил торт, думал что-нибудь пиздато ебануть, могу с тортом что-то ебануть. Нормальные люди покупают торт для того, чтобы съесть Диман, чтобы ебануть. Не, ну я думал, мы сегодня будем пачкать. Ой, спасибо за 500, Каравай, спасибо. Каравай мне задонил, пишет, балдеж. Сегодня вообще никто не испачкался сегодня, я тоже убираться не хочу, давайте нормально. Не, в смысле, Диман, у меня вообще харча на лбу, блядь. У меня на лице осталось до сих пор, там яма воняет. Кто тебе харкал на лоб? Кто мне харкал? Я харкал. Я думаю, кто там тебя заплевывает. Давай, Арин, давай быстрее, пожалуйста. Арин, давай, все. Не, сегодня вообще балдежно было. Сегодня на лайте, бля, вообще как-то прям все так время пролетело. Бля, вообще время быстро пролетает, это хуйня. Ладно, давай только, короче, чутка, Да, да, конечно, да, пару литров, дядь, и все. Да, ну полбутылочки такая, полбутылочки. Ну, а муку целиком, брат. Всю? Да. Да, давай, брат. Брат, сделай кайф, нахуй, сделай кайф, реально, брат. Блядь, байкаешься? Качество Симонс, блядь, балдежное, блядь, камеру, нахуй, Nokia, блядь.
Давай, давай, старина, полетел, блин. Слава, с тебя уборщица. Да-да-да, договорились, конечно. Да-да-да, давай. Довольный такой. Старая хуйня тупая. Скажи спасибо, что без йогурта на губах, блин. А это что? Ба. Россия, вперед! Когда выбрал регион России, бля. Алло, меня слышно? Да, Антаха, смотри. Я говорю, ну пиздец, она вообще ничего сейчас не втягивает, типа. И... А ты зачем говорю... пылесосом макарон, ты прикалываешься? Чем? У меня нету метлой, веника. Нету у меня веника. Нету? Нету, блядь, у меня веника. Так как ты мне не сказал, что я веника нету, бля? Я не думал, что бывает такое, что веника нет. Пошел, тебе, закаляться, слышь, морской котик, бля. Тебе проще самой собрать все, понимаешь? Давай. И мука, блин. Мука сверху, мука. Она ссаная, просто вообще всала. Фу, Диман. Все, масло можно? Ребят, пиздец, тут Димана сосед нассал просто сверху, бля, протекло все на лицо, ему капнуло, бля, вся ебучка мокрая, бля. Сейчас он будет пытаться мукой как-то дезинфицировать себя, потому что санье соседа, это вообще жесткая хуйня. Поехали. Давай, Диманчик, бля. Давай, не пизди. Давай, родики, весь обоссанный птенец, пиздец, блядь. Давай! Ой, пошло! Присыпка, балдёж. Давай! Балдёж, вообще, слышь, другое дело. Просто обновился целиком. Вот это норм. Блядь. Он у меня у одного светится, блядь, просто, блядь. Балдёж, блядь. Балдёж. Не, Диман, вообще, слышь, мужицкая сила, да. Красавец, бля. Всех вас люблю, я побежал. Давай. Спасибо вам большое. Давай, тебе спасибо большое, что пришёл, брат. Давай, тебе тоже надо идти, блядь. Вообще, по кайфу. Слава, я в следующий раз напишу список продуктов, которые нужны. Да-да, по пизде, слышь, лузера, блядь. Да не, реально, Алексу респект, мужики, мое почтение, всем почтение, все честно отвечали, никто не плакал, блядь, вообще кайф, нахуй. В этом весе реально балдеж, блядь, чё он там, блядь. Сейчас прикинь, реально хуй достанет, подумай, что я уже вырубил, блядь. Балдеж, блядь. Не, реально прикольно поиграли, добротно. Так, сейчас я быстро пацанам дай залечу.